Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Game Tactics, добро пожаловать в StarCraft 2, с вами Вячеслав, мы продолжаем сюжеточку, кампанию, посмотрим, что у нас здесь по прокачке. Мы заработали пару-тройку 895 тысяч кредитов. Так. Вот это вот интересная тема для Тора. Сколько она стоит? Ого, 130 тысяч, нифига себе ваши расценки. Вот это надо сделать. Стабилизаторы, медики лечат быстрее и эффективнее. 105. Вот это я возьму. По базе, в принципе, турель. Запас прочности. 80 тысяч. Пригодится. Так. Лаборатория. Что там, как у нас происходит? Ну, мы тут уже все закачали, прямо все понятно. Что скажешь? Понятно. Мостик. Что мы имеем? Мы имеем Тирадор 8. Ну, погнали. Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на Тирадоре. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Ага. Значит, задача — эвакуировать фонд Мёбиуса. Фактор Мёбиуса. Поехали. Командир Рейнар, слава звездам, мы вас дождались. У вас отличная репутация еще с тех пор, как вы служили шерифом. И я знаю, вы сделаете все, чтобы помочь нам. Давно дело было, доктор. Я смотрю, вам досаждают зерги. Чем мы можем помочь? Мы готовы эвакуироваться, но команды, отправленные уничтожить секретные данные фонда, так и не вернулись. Я хочу, чтобы вы уничтожили хранилище данных, пока королева клинков не добралась до них и не узнала координаты оставшихся артефактов. От этого может зависеть судьба всего сектора. Обнаружено пси-излучение класса 12. Будьте предельно осторожны. Керриган. Док, времени у нас еще меньше, чем предполагалось. Вылетаем. Так, сразу работать, конечно. Анализ поискового алгоритма королевы клинков завершен. Рассчитываю время обнаружения королевой ближайшего хранилища. Все гоняешься за мной, Джимми. Зря прилетел сюда, дурачок. Я тут не задержусь, дорогая. И будь я проклят, если позволю тебе хоть пальцем тронуть эти артефакты. Что стряслось? Да, бабенка еще та. Так, мне нужен еще один. Я передаю вам командование медеваками. На них вы можете перевозить войска и уходить от нежелательных столкновений с зергами. К трудовым подвигам готово. Понял, спасибо. Пристройка. Недостаточно минералов. Ой-ой-ой-ой. Это рейдеры. Мы спасены. Будет сделано. Ты смотри, как наступают, а? Так, работать. Сюда! Мы на крыше! ТСМ готов. Что происходит? Так, сразу хранилищ. Недостаточно минералов. Ну, конечно. Побольше хранилищ. Вот это будет заруба, я чувствую. Есть работенка. Есть работенка. Достаточно минералов. Да, да. Конечно, кристаллов маловато как-то вообще. Так.
Так, что там есть такое дело? Пошел работать бегом. Так, у нас 8 минут. Ёлки-палки. ЖСМ готов. Это не есть хорошо. Пути. Недостаточно минералов. Да что ж такое? Давайте работайте, ребята. Да. Недостаточно минералов. Что стряслось? Так, и сюда работать. Здесь у нас реактор. ЖСМ готов. Так, есть такое дело. Ага. Ага. Так, лечильника надо одного взять. Готов. Это однозначно. Слондатиков. Так, ну и наконец голиафы. Потому что они атакуют. Ну это тоже атакуют, но они подешевле. Завершено. И наземные и воздушные цели вызывали. Пошел первый. А здесь мы стервятников надо строить, наверное. Блин, Керриган, ты напрягаешь меня. Смотри, что делает, а, тварь. Недостаточно минералов. Работаем, работаем, ребята. Голиаф на связи. Красавчик. Так, на единичку. Брось в дороге! Осадный танк. Прикольная тема, но... Чего ты добиваешься, Джим? Я чувствую, ты что-то от меня скрываешь. Я тебя сейчас как скрою, блин. Огнеметчики, мародеры, фантомы. Даже не знаю. Давай лабораторию построим, там будет видно. Нужны ли мне фантомы? Поехали. Работают, ребятки, работают. Так, ты у нас строишь хранилище. Да, да. Недопристройка завершена. Так, ребята. На связи. Погнали, пора. А мне надо в обход идти, ёлки-палки. Как же до вас добраться? Подожди, подожди, я понял. Если мы сделаем вот так. Вот так. Вот так. А ну-ка сюда. Вызывали? Давай бегом.
понадобится помощь. Валим их всех. Отлично. Требуется помощь. Голиафчиков завалили, да? Блин. Идем дальше, парни. Ну, конечно. Хранилище данных Мёбиуса. К остальным я тебя не пущу. Ну, посмотрим. Ах ты, черт. Ладно, по крайней мере, она не знает, где находятся остальные. Полетели к следующему. Характер недомогания. Я обо всем позабыл. В смысле? Провожающие покинут салон. Завожу. Поехали. Прочь с дороги! Так, ребятки. Бруталиск. Стэтману как раз нужны образцы их тканей. Захватим парню сувенирчик. Полетели сюда. Завожу. Поехали. Кто на новенького? Высылайте подмогу. Так, сюда ломимся. Еще. Уничтожьте этого червя Нидуса, иначе зерги разрушат нашу базу. Кто-нибудь вытащит меня отсюда? Эй, нам нужна помощь! Куда летим? Воу-воу-воу-воу, ребята, ребята! Приказ понял. Мы не смогли уничтожить хранилище. Помогите нам! Погнали. Пешком. Ой, жарко, как здесь. Требуются дополнительные хранилища. Сдохни, тварь. Давайте, ребята, я вас верю. Уйди, тварь. Я постараюсь. Высылайте подмогу! Требуются дополнительные хранилища. А? Ёлки-палки, хранилища как всегда не хватает. Никогда не умел признать свое поражение, Джимми. Как и ты. Что не дождусь? Месторождение минералов и роботов. Будет сделано! Куда побежал червяк гребаный? Отлично. Доктору Наруду, не запутать меня этими жалкими шарадами. Я знаю, что это за артефакты. И скоро они будут у меня. Ну, конечно. Чем бы они там ни были, ты их не получишь. Кто бы мог подумать, что ваша королева будет доставлять нам столько хлопот? Требуются дополнительные хранилища. Хранилище строится. Требуются дополнительные хранилища. Так, хорошо. Мертвецы
Месторождение минералов выработано. Арсенал, вот он. Точняк. Точняк. ТСМ готов. Куда ты надвигаешься? А, ты эту берешь. Блин, мне аж туда надо лететь, нифига себе. Требуются дополнительные хранилища. Поехали. Высылайте подмогу! Давай, удиви меня! Я уже заждался. Приказы будут? Задавим их. Требуется дополнительная пристройка. Завершено. Еще хранилище, нифига себе, сколько вас. Много. Что происходит? Водишь ты. Так, транспортный корабль, центр синтеза, ладно, построим маленькие. Высылайте подмогу! Попробуем проехать как-нибудь, а мы здесь не проедем, только надо пролетать. Никак не проедем вообще. Походу никак. Ладно. Попробуем перелететь. Завожу. Вижу, ты готов уцепиться за любую соломинку. Конечно. Я не думаю, что этот ваш план сработает. Завожу. Поехали. Так, давай построим еще самолет быстро. К трудовым подвигам. Космодром, вернее. А! Чего пугаешь? Что происходит? Доктора вызывали? Так, что мы сюда поместим? Отлично. Отлично. Залезаем. Ну чё? Система функционирует. Не залазишь, так понял. Хорошо, в принципе вмещается. Дополнительные хранилища. Строится, строится. К трудовым подвигам готово. Отлично. Сверхурочные. Да. Залезай. Она открыта. Что теперь задумал? Высылайте мешки для трупов. Так, эти охраняют нормально. Что на новенького? Кому навес? Нам нужно успеть... А, бруталиск еще здесь у нас. Захватить бруталиска. Минералов выработано. Дорога. Брось дороги! Вас понял. Так, ребятки. Полетели на бруталиска. Я думаю, пролетим. Ну, наконец-то. И высадимся где-то вот сюда. Трудовым подвигом готово. На, выход! Вперед, 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 вперед. Ух, мощная. Давайте, ребята, я вас верю. Отлично. Отлично, красавчики. Так. Строится. Отлично. Залезай. 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 Так, здесь построим. О, Тор. Сюда.
Еще транспортники. Ложись! Понял. Понял, выполняю. Ну чё там? Хорошо. Недостаточно минералов. Понятное дело. Блин, ну два транспортника это мало. Все, она идет туда. Кто она носит? Ребятки, как-то дойдем сюда, нет? Точняк! Он что, еще и бросит бутылиск? Конечно! Завожу. Поехали. Блин, есть такое. Приказы будут? Чего нужно? Так, слондаты. Ребята, ничем не могу помочь. К сожалению, это война. Куда летим? Летим. Сейчас покажу. Летим сюда. В обход попробовать, что ли? К трудовым подвигам готов. Ой-ой-ой, здесь база, блин, большая база, стой. Стой, подожди. Тут надо, короче, армию собирать реально. Реально нереальную армию. Доктора вызывали? Клев на свет. Как самочувствие? Даже не знаю, успеем мы или нет. Недостаточно виспена. Еще и виспена не хватает. Завожу. Есть. Кому навешать? Так, виспенчик, а? Давай еще. Я уже заждался. Не молчать. Вооружен и опасен. Да. Хорошо. Система функционирует. Так, ну что, блин, полетели. Доктора вызывали? Куда летим? Ой, не знаю, ой, не знаю. Чего нужно? Получится у меня или нет? Месторождение минералов выработано. Понятно. Даже не знаю, где нападать. Прямо здесь, в базе. Если долетим сейчас. Ребятки стоят там. Тихо. Шалопаи, блин, гребаные. Давай, бегом. Выплевываемся. Месторождение минералов выработано. Давай, бери меня. Красавцы. Месторождение минералов выработано. Да я понял, блин, тут война уже, блин. Какие минералы в сраку. Пошли. Вот это батл. Недостаточно виспена. Конечно, недостаточно. Приказы будут. Дело в том, что с базы еще разрушаешь ее и вылезают еще падлы. Так, давай матку валить.
Может, поможешь мне? Месторождение минералов выработано. Давайте, ребята. Ай, красавцы. Красавцы. Валим. Ух ты ж, ёлки-палки. Так, одни там, одни там. О, да. Короче, до смерти. Последнее хранилище уничтожено. Красавцы. Медленно эвакуируемся. А теперь, доктор, скажите мне, почему королева клинков так хочет заполучить эти артефакты? Артефакты пугают ее не меньше, чем их создатели, известные нам под именем Зелнага. Знаете ли вы, командир, что именно Зелнага в свое время создали и зергов, и протосов? Они были подобны богам. Понятно. Ух, отлично. О, 120 тонн. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить? Всем кораблям покинуть орбиту Тарсониса по моей команде. Сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Командир? Джим? Что там у вас творится?
В последнее время мне все чаще приходится за вами убирать. Не начинай, Мэтт. Снова этот сон? Я сказал, не будем об этом. Вы не виноваты в том, что произошло с Керриган. В чем именно? В том, что ее предали? Или в гибели 8 миллиардов человек? Старая песня. Вы вообще меня слушаете? Посмотрите, в кого вы превращаетесь. Мы сами выбираем свою судьбу. Когда разберетесь в себе, дайте знать. Вы нужны нам. Короче, да, это, конечно, тяжело пережить, но это все-таки война. Так что продажа биообразцов у нас появилась. Продолжим в следующей серии, друзья. С вас подписочка, лайк, колокольчик прожимаем, потому что новый видосик скоро. И будьте здоровы, пока-пока.